Что такое? Что случилось, сестра? Чего ты меня быстро позвала? Что ты пытаешься сделать, а, Кемаль? А что я сделал? Еще и спрашиваешь? Шагай. Не, ну ты видишь ее, а? Смотря на нее, тебе не жалко ее? Вообще ни капельки? Ясно, сестра. Ясно. Сестра, не знаю, что тебе рассказала Хандан, но я люблю другую. Молодец. Красавец. Чего ты так смотришь? Ждешь аплодисментов? Хватит уже глупить, Кемаль. Ты не будешь и дальше ее обижать. Сестра, видишь, Хандан тебя обманула. Кемаль, сказал же, хватит. Как ты все еще смеешь так говорить? Ты понимаешь, она ради тебя была готова покончить своей жизнью. Что? Кемаль, послушай, ты мой брат. Я тоже хочу, чтобы ты был счастливым. Но пока есть девушка, которая так сильно любит тебя, которая готова ради тебя жизнью пожертвовать, что ты делаешь? Слушай, сестра, я не знал. Чтобы ей не было неловко, я тебе не сказала об этом. Но доктор сказал, что она вновь может пойти на такое. Если она еще раз это сделает, как ты сможешь жить так, да? Но я ведь не хотел навредить ей. Я хотел лишь по-дружески расстаться с ней, но у меня не получилось. Ты куда-то торопишься? Да мне на ужин просто надо. Эх, Кемаль. Реально, молодец. Я не знала, что ты такой. Не думала, что ты такой бессердечный. Кемаль, не уходи. Кемаль. Кемаль. Кемаль, не уходи. Кемаль. Хандан, я здесь. Ты пришел, Кемаль? Это сон? Я здесь. Ты пришел, любимый. Пришел ко мне. Я очень соскучилась по тебе. Очень люблю тебя. Пожалуйста, больше никогда не уходи, ладно? Не вздумай уходить. Кемаль, вечером останешься на ужин, ведь так? Пожалуйста, останься, любимый. Останься здесь, пожалуйста. Ладно. Я буду здесь.